What are you doing? В этом выпуске мы с вами загрилим свинины и рыбушки. Я их уже вымыл. Вот тут на обратной стороне обязательно нужно убрать такую белую пленочку. Все почистил, вымыл. Сейчас мы их замаринуем и будем грилить. Морской солью солим. Ни много, ни мало. С обоих сторон. Далее берем brown sugar. Итак, с обоих сторон все это делаем. Соль, brown sugar. Далее, друзья, дадим на него лимонного сока. Далее буду использовать гранатовый соус. Далее хорошенько смазываем гранатовым соусом. Сегодня, друзья, будет на ужин, значит, свинины и ребрышки, запеченные с ананасами. И больше ничего не нужно. Теперь надо дать ему замариноваться часа 2-3. Накрываем фольгой и ставим прохладное место. Буду грилить ребрышки на вот таком вот Traeger. Это электрический Traeger. Сюда засыпаются такие вот разные опилки. Фруктовые, они вот такой вот формы, как макарончики. Внутри спираль, оно проталкивает опилки в котел, и вы можете либо коптить, либо грилить. Я уже нагрел наш Traeger, мясо уже замариновалось. Мариновались ребрышки 3 часа, будем ставить на грил. Сейчас, друзья, поставил на смок коптить. Буду коптить около часа. Поднимаем температуру на 450. Пока грил нагревается, идем в дом. Значит, 2 часа покоптили их, чтобы был такой запах. Далее смазываем еще brown sugar. Друзья, я использую вот такой вот сахар brown sugar.
Запах, жалко, что нельзя это передать на видео. Очень приятно пахнет. Таким пахнет копченым. Значит, что, 2 часа мы делали просто для того, чтобы оно такое вот подкоптилось слегонца. Значит, друзья, сделали вот первый этаж. Берем теперь вторую нашу копченую половинку и делаем то же самое. Теперь, друзья, это все надо вот так немножко скучковать. Я чуть-чуть мало фольги отрезал, это плохо. Надо было чуть-чуть запасом. Но ничего, постараемся как-то это все вот так вот завернуть. И теперь мы это дело заворачиваем. Так как я немножко не рассчитал с фольгой, желательно использовать heavy duty, толстая алюминиевая фойл, потому что когда тоненькая, с ней тяжело работать, она рвется, а это такая толстая. Вот это, я думаю, будет нормальный кусок. Ложим этот наш сэндвич. И далее, друзья, возвращаемся к нашему грилу. Набрали температуру 390 по Фаренгейту. Теперь, друзья, пару часов тушим, потом будем далее проверять, как оно на готовность будет. Друзья, я прошу прощения, пока это все готовилось, 2 часа коптили. 2 часа я его, значит, мариновал, грилл в фольге, уже потемнело. Значит, следующий у нас этап такой, горячая немного, сейчас я, горячая. Значит, сейчас меняем температуру на коптите снова. Значит, я поставил снова коптить, смог. И идем пока мисс в кухню. Значит, друзья, мы его тушили примерно на 415 по Фаренгейт. И теперь мы его положим на противень. Оно уже, в принципе, готово, можно кушать. Но я еще хочу полчасика снова поставить его на грил. Корочкой покрылось. Сейчас оно как бы мокрое. И я хочу его еще раз отправить на грил. Буквально на полчаса. Вот так вот. Идем обратно к грилу. Я хочу еще полчасика его покоптить. И все. Через полчаса готово к употреблению. Друзья, прошло 5 часов, но оно этого стоило. Значит, 2 часа мы коптили. 2 часа мы его, значит, на большой температуре грилили в фольге. И еще час я его покоптил. И вот такая красота получилась. Сейчас мы, значит, нарезаем. Друзья, оно прямо, смотрите, какое прямо мягенькое получилось, прожаренное. Прямо вот смотрите, косточка, смотрите, раз, и отделяется кость. Жаль, что нельзя на видео вкус передать, но это объедение, друзья. Друзья, сегодня к нам придут гости, Леха, друг мой, со своей женой, и будет вот ребрышки и с ананасом, и больше ничего не нужно. Ананас, он расщепляет жиры очень здорово, просто ананас и ребрышки. Сейчас мы его вот таким вот макаром почистим.
Друзья, вот такое получилось блюдо. Посидим мы с друзьями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи!